О, наша любимая кобальтовая плата. Наша любимая кобальтовая плата, неужели? Эту музыку я сразу знаю. Как ты так полетела? Как ты так полетела вообще? Мы, кстати, это еще не пробовали. Но он нам может очень пригодиться. На арене может так пригодиться. Вот. Золотой разоклинатель. Да блин, уйди. Рэп. Окей, пока ничего мы брать к себе не будем. Извините, ребят, вот я просто не могу без редкого сундука. Ушки оторвались. Я просто ушки улетели. И золотой свин. Неплохо, неплохо. И этого золотого свина мы тоже убиваем. Опа. Ты умрёшь сегодня или нет? Свин. Ты умрёшь сегодня или нет? Господи. Какой-то бронированный свин там. Так, ну давайте. Главное, чтобы его сейчас... Вот так не пускай. Ха-ха, нет. Ничего не изменилось. Ледяной блок, ты... Этот ледяной блок просто бешеный. Это, сейчас он полетит. Нет, он сейчас не полетит. Полетел! Я полетел! Блин, полетел! Ой. А как мне дальше-то пройти? Да. Ну, слава богу, что это последний этап. Баба. Оп. Свина зашвырнула. Прямо в эту скалу. Ну что, открываем наш редкий сундук. Ну, допустим, вот эту карту. Ох, ни хрена себе, 500 черного жемчуга. Так, мы же можем купить себе 7 костюмов. Ой, все. Можем купить всем птичкам какой-то аксессуар за... 100. Это же круто. Так, это... Да, кобальтовая плата. Не, на самом деле, я узнал тут еще одну штуку. Тут на самом деле... Не, 90 уровней. Свин хай.
тут есть еще Свинхай. Как раз что я вам и говорил. Тут будет 150 уровней. Но все же как-то еще проходим, Давайте посмотрим. Нет, у нас 6. Блин. Даже 7. Нет, значит, не всем. Ну, каким-то. Да, каким-то. Синяя троица. Какой тебе костюмчик дать? Какой же тебе костюмчик-то дать? О, давайте всех рождественниц. Ну, в такой костюмчик, короче, наденем. Опа, она у нас уже даже Терренс был. Чак в такую рождественскую шапочку. Опа. Семьдесят два уже сила стали. Ну и этот покупаем. Такая тепленькая шапочка. Так. У этого сейчас нужно тоже. Кстати, кстати, почему бы и нет? Можем уже комплект собрать полный. Но все же у Реда я заменять шапку не буду, потому что это слишком как-то. Не, ну зачем эти парики тут? Ага, пока. Так. Нам осталось накопить только 20 жемчуга черного. И тогда мы можем улучшить до следующего уровня нашу рогатку. Ух ты, эльфик. Эльфик. Теперь у нас бомб эльф. Какие тут еще, кстати, есть? И это вы называете кепкой, да? Просто какая-то теплая шапка. Такая, такие, ну, знаете, у старичков такие. Иногда бывает. Что это такое? А что надо сделать, чтобы открыть эту способность? 12 дней осталось. Они, кстати, вот это мне хочется узнать. Они пропадают? Наверное, нет. О-о! Кепка с символом Ровио. Вот это реально круто. Но мы все же будем копить 100 черного жемчуга. Жемчуга на рождественскую шапку. Давайте даже посражаемся немного против других игроков. Один день остался там, по-моему. До окончания. Да. Но я на втором месте. В принципе, неплохо. Давайте играем. И... Ха, легко. На 3 уровня меньше, чем у нас. Потому что у нашего противника 73, а у нас 76. Значит, этого противника мы выиграем очень легко. Давайте мы все прям возьмем, все заклинания. Потому что мы же хотим быть крутыми ребятами. И, пожалуйста, перчик. Нет. Нас Ред. У нас есть вот кто. Ну давайте мы все-таки синюю троицу используем.
Опа! Как она тут все прорезала! Вы представляете, как синяя троица тут все прорезала? Давайте еще даже вот так вот сделаем. Вот так вот. Немножко уточек тут посыпем. Пускай эти цветочки тут поскидывают. Не, ну конечно на аренах мы выигрываем просто как-то нереально просто мы выигрываем. Что это за говно? Если, по-моему... Так, сейчас мы все вас всех заморозим. Свинки. Оп. Нормально вообще. Блин, не хочется Матильду тратить. Ну. О, дополнительная карта. Эх. Ну, придется тратить бомбу. Бам. Это какая-то Стелла тут. Такая модница. И у нас карт практически не осталось. Ну, сколько у нас там карт осталось? Что за говно? 8 карт еще осталось. Но это будет реально выигрыш. Да ж ты свой шлем-то потерял. Так, дополнительная карта. Это, если честно, хорошо. Почему я говорю хорошо? Потому что... Все. Все. Уже нашему противнику не выиграть. И что? Что это за говно? И куда он попадет? В этого свина? Ба-ба! Нифига себе! Круто! У нашего противника миллион, а у нас... Восьмой уровень уже. Блять, тут опять же все превратим в ледяное царство. Могучий орел. Давайте могучего орла сейчас. Давай, могучий орел, прилетай. Хрена себе здоровый. Вы видели, какой там здоровяк был? Это мега какой-то гигант. Ну да, нашему противнику осталось до нас не так уж и много. О, можем сейчас спокойно проиграть. Можем сейчас проиграть. У нас 3 карты осталось. Ну и, в принципе, хорош. Опа! О! Давайте Терренса запустим. Ну что, плохо? У нас очки слишком много, на слишком много. Очков слишком много накапливается у нас. Ну, мы немного до дополнительной карты. Ну, просто давайте просто так потратим наших птиц. Просто так. Что это сейчас было? Блин, цветы грёбаные. Что все испортили? Ну ладно, перешли на следующий этап. И у меня никаких карт не осталось. Точно так же, как и у него. И... Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Эх, 9 звезд. Ну жалко, что не 10. Хорошо. Серия побед! Мы получили билет.
билет на арену. Жалко, что не 10 звезд. Было бы прикольно. Было бы прикольно. Тю. Ну давай. Хорош. 5 звезд еще не хватает. Да. О, мы на первом месте. Лига ваниль. Лига бронза, лига серебро. А, после золота у нас будет лазурь. Аменист? То есть получается у бомба аменист. Так, давайте сейчас заглянем в гнездо, посмотрим, как у нас там дела будут. Закончим уже. О! Мы сразу 2 награды завершили. Неплохо. Ну что, в следующей серии мы будем просто всех на арене побеждать? Да. Ну, серьезно, вот смотрите. 9. 22. Это уже изумруд. Это уже... Как его? Не изумруд, а... Бриллиант. Ну что, в следующей серии мы перейдем на новый левел. Также... мы продолжим проходить первую главу. Потому что, ну, эта глава очень похожа на первую главу. Вот, кстати, у нас будет уровень счета. Что меня не очень радует. Вот, ну и... Мы в 107 серии, да, это 88 серия. Но мы в... 125 серию обязательно сюда дойдем. На самом деле я заканчиваю не буду. Я буду дальше проходить. Потому что, как вы видите, здесь у нас есть еще одна какая-то область. И, наверное, это будет что-то связанное с... вот этим вот бамбуковым лесом. Зайцевыми. Давайте сейчас фонарики потушим. Ого, как засветится. Давай сюда копаться. Ну что? Удачи! Увидимся! Да, кстати, самая последняя серия будет... наверное, какая-нибудь... 2000-я. Да, попытаемся до 2000-й серии заснять. Ну или хотя бы просто до 1000-й серии. Потому что это 2000-й серии. Но сейчас 8. Ну, эта серия. Какая-то 88-я или 87-я. Я посмотрю. Восемьдесят девятая серия. Нет, 88-я серия все-таки.